Стимулирующие выплаты сотрудникам зональной средней школы и ее филиалов урезали из-за финансовых просчетов директора учреждения. Так прокомментировали недоплату педагогам в Министерстве образования края. Напомним, стимулирующие выплаты почти в половину сократили с октября этого года. У педагогов зонального района это вызвало большое недовольство. По мнению профильных чиновников от образования края, виной всему перерасход средств зарплатного фонда, который допустила администрация школы. В итоге, чтобы остаться в пределах бюджета, к концу года пришлось сократить выплаты. При этом общий объем средств, запланированных на 2018 год, заверили в Минобре, до педагогов доведут в полном объеме. На самом деле должно быть организовано финансовое планирование, должно быть помесячно распределен весь фонд заработной платы, и когда в первый месяц руководитель образовательной организации выплачивает заработную плату, он уже должен видеть, как будет развиваться динамика расходования фонда в последующие месяцы до конца года, и в этот отведенный фонд заработной платы войти. Сейчас комитет по финансам администрации района проводит проверку, которая должна установить все детали данного инцидента.